Анастасия решила твердо – будет пластическим хирургом. В институт по направлению «Лечебное дело» поступила в этом году. С одногруппниками уже познакомилась, но волнение от этого не меньше. Сегодня она, как и остальные первокурсники, проходит посвящение в студенты. Мне очень нравится направление, которое выбрала «Лечебное дело», МГИМОМЕД. Это мероприятие мне очень сильно запомнилось, потому что было представлено очень много достаточно известных в медицинской сфере людей. И, можно сказать, они почти кумиры. В этом году 546 человек стали счастливыми обладателями студенческих билетов. И Никита в их числе. Медицина не его профиль, признается первокурсник. Настроение просто превосходное. Я поступил в один из топовейших колледжей нашей страны. Это, как по мне, просто великолепно. Поступил я на первый курс по специальности программирования. Это как раз не то, что я и хотел, поскольку я человек, склонный к техническим наукам и очень рад именно программированию, так как считаю, что за ним находится будущее нашей страны. Ну а для того, чтобы год был успешным, по традиции прозвучал гимн вуза. Уже совсем скоро начнутся лекции, а там не за горами и первая сессия. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».